Здравствуйте, ребята! Колокольчик синенький прозвенел букашке. Ты скажи мне, милая, что там за ромашка? Выросла над облаком, желтая такая, яркая, лучистая, очень уж большая. Это кроха не цветок, та в ответ смеется. Это крупное светило под названием солнце. Тема нашего урока – солнце и его влияние на Землю. Сегодня на уроке вы узнаете о значении солнца и луны для нашей планеты. Для начала давайте угадаем слово по первым буквам на странице 50 под цифрой 1. Правильно, солнце. А что вы знаете о нем? Еще в далекой древности люди поняли, что без солнца не было бы жизни на Земле. Оно является центром солнечной системы. Солнечные лучи помогают растениям создавать питательные вещества, которые им необходимы для жизни. Без растений на Земле не было бы ни животных, ни людей. Солнечное тепло нагревает земную поверхность. Без этого наша планета замерзла бы. Древние люди считали Солнце основным божеством. Древние египтяне называли его богом Ра. Древние греки считали, что это бог Гелиос выезжает на своей колеснице. А славяне звали Солнце Ярило. С научной точки зрения на Солнце попытался взглянуть древнегреческий ученый Анаксагор. Он считал, что это гигантский раскаленный железный шар. Давайте и мы разберемся, что такое Солнце. Солнце – это ближайшая к Земле звезда. Она похожа на гигантский шар, который состоит из раскаленных газов. Чтобы представить себе размеры Солнца, вообрази, что оно способно вместить в себя 1 500 000 таких планет, как Земля. Ребята, знаете ли вы, что свет от Солнца может достигнуть Земли всего за 8 минут? Солнце находится на расстоянии от Земли около 150 миллионов километров. Где домик солнышка? Или почему Солнце сходит и заходит? Мы видим, что Солнце движется по небу от восхода до заката. Может, его домик там, где оно просыпается? Или его домик там, где оно засыпает? Ведь мы говорим, что солнышко пошло спать. На самом деле Солнце никогда не спит, а день сменяет ночь, потому что Земля вращается вокруг своей оси. Что происходит внутри Солнца? Центр Солнца называют ядром. Оно состоит из газа водорода, который сгорает и превращается в другой газ – гелий. Каждый из нас наблюдал за огнем. Когда огонь горит, то он светит и греет, значит, выделяет тепло и свет. Так же происходит и на Солнце. Когда газ водород горит, то получается огромное количество света и тепла. Свет и тепло из центра Солнца устремляются к его поверхности и достигают ее лишь через 200 тысяч лет. Можно ли исследовать Солнце? Самая высокая температура в центре Солнца, так как там сгорает газ водород. Она достигает до 15 миллионов градусов Цельсия. На поверхности Солнца уже холоднее – 6 тысяч градусов Цельсия. Поэтому проводить исследования на Солнце невозможно. Наблюдать на расстоянии люди могут только поверхность Солнца. Современные ученые могут наблюдать появление на Солнце черных пятен и солнечного ветра. Солнечные пятна образуются на поверхности Солнца. А так как они имеют более низкую температуру, то ученые видят на Солнце темные пятна. Солнечный ветер вызывает северное сияние. Запомните, ребята, Солнце – это гигантская раскаленная звезда, которая является центром Солнечной системы. А теперь, ребята, давайте выполним задание в научном дневничке. Допишите определение. Солнце – огненный шар. Солнце – это звезда. Солнце дает Земле свет и тепло.
Ребята, предлагаю вам отгадать загадку. Только солнце спать ложится, мне на месте не сидится. Я на небо выхожу, свысока на мир гляжу. Правильно, это луна. Целый день солнце освещает и обогревает землю, а вечером скрывается. Небо темнеет, наступает ночь. Пришла очередь луны. Луна – самое яркое небесное тело в ночном небе. Но светит она не своим светом, а только отражает солнечный. Луна – спутник Земли. Всегда рядом, потому что Земля притягивает Луну. Свой путь вокруг Солнца Земля и Луна совершают вместе. Рассмотрите картинку. Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. Луна вращается также вокруг своей оси и вокруг Земли, как показано на картинке и на нашем видео. Знаете ли вы, первыми живыми существами с Земли, которые совершили полет вокруг Луны на космическом корабле, были черепахи. Компанию на корабле им составили насекомые, растения, водоросли и семена. А теперь давайте сравним космические тела в научном дневничке. Земля больше Луны. Солнце больше Луны. Луна меньше Земли. Солнце больше Земли. Луна меньше Солнца. Земля меньше Солнца. Молодцы, ребята! Давайте запишем вывод. Солнце больше Земли, Земля больше Луны, но меньше Солнца. На поверхности Луны можно увидеть круглые углубления. Это кратеры. Они образовались от падения метеоритов. Хотите ли вы узнать, как на Луне образуются кратеры? Для этого вам понадобится песок или манная крупа, камешки, можно пластиковые шарики. Насыпьте в небольшую миску песок. Бросьте в песок метеориты, то есть камешки или пластиковые шарики. Экспериментируйте разными снарядами. Обратите внимание на лунки, которые получились. Ребята, когда мы смотрим на Солнце и Луну, нам кажется, что они одинаковы по величине. Но мы уже знаем, что это не так. Давайте проведем наблюдение в научном дневничке. Почему Солнце и Луна кажутся одинаковыми по величине? Первое. Цель. Выяснить, почему Солнце и Луна кажутся одинаковыми по величине. Второе. Объект. Солнце и Луна. Третье. Этапы наблюдения. Два предмета на одном расстоянии. Один предмет удален. Четвертое. Оборудование. Большой мяч и маленький мяч. Пятое. Сроки наблюдения на уроке. Результаты наблюдения. Когда Солнце, большой мяч, было на одном уровне с Луной, маленьким мячом, то было видно, что Солнце по размерам больше, чем Луна. Но чем дальше Солнце, большой мяч, удалялось от Луны, маленького мяча, тем меньше она становилась, пока не стала размером с Луну. Вывод. Чем дальше Солнце, большой мяч, удаляется, тем меньше на вид оно становится. На этом наш урок подходит к концу. Ребята, значение Солнца для Земли переоценить трудно. Именно благодаря ему существует жизнь, и люди имеют возможность радоваться каждому новому дню. Пожалуйста, определите свое место на лесенке успеха. Солнце живет в каждом из нас. Ребята, будьте как солнце. До свидания, до новых встреч!